Здорово, друзья, меня зовут Мазл, добро пожаловать в Emily Wants to Play. Это инди-хоррор, в котором мы играем за доставщика пиццы. Опять приперлись. Наша главная цель – пережить ночь и выбраться из этого проклятого дома. Hello. Здрасте. Your pizza's here. Ваша пицца здесь. Чё такое? Братка, дверь, ты дурной, что ли? Ой, здрасте. Господи. Можно выйти? Можно вырубать свет, прекрасно. И что мы видим? Смотреть можно мышкой. Чудеса. Дождик затих. Свет горит. Ну-ка, жахни. Ой, боже. Боже, клоун. Здорово. Ты кто? Слышь, уважаемый, подъем. Ладно, хер на тебя. Куда мы должны пойти? Здрасте. Кому пицца? Кто свет вырубает? Ой, как темно, мать твою. Закрой нахер дверь. Это кто? Начнем играть в полночь. Господи, ты что творишь, мать? Где свет? Господи! Вруби. Вруби нахер. Вруби нахер. Никого нет. А где она? Сраная кукла. Можно водичкой попить. Нельзя. Здрасте. Чё это там за шкура бегает? Закрой нахер. Господи, что ж делать, а? Заказали пиццу. Красавчики. Найти новую дверь. Взять лекарство Эмили. Какие лекарства? Здрасте. Это кто? Нахер? Нахер? Я не знаю, кто ты? Спокойненько. Мы не какая-то там сучка. Тихо. Мы, ребята, смелые. Мы такого не боимся, ведь так? Никого? Никого нигде нет. И тут никого. Эй, хозяева, у вас тут синий экран. Надо бы починить. Неважно, просто валим отсюда. Кто открыл что? Тихо. Тихонько. Закрыто. Здрасте. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тише. Спокойно. Мы такого не боимся. Нормально все. Ведь так? Тупо шкаф. Охереть. Никого нет нигде. Спокойно все и прекрасно. Тихо. Обратно. И тут света нет. Да ну как темно. Да ну нахер. И то не пойду. Не-не-не-не-не-не. Есть кто? Хер на вас. Что это? Начало? Мы выжили. Мы пережили первую ночь. Это было неплохо. И что дальше? Вторая? Тихонечко. Ой, сука, тихонечко. Кто-то, сука, идет. Как отсюда уйти? Откройте дверь, люди! Я тебя, сука, посмеюсь. Где эта мразь? Как же там темно. Ты здесь? Ну, о, божечки! Ах ты, сучье, ты подзаборная! Откуда ты, сука, взялась? Спокойно. Спокойно. Обосраться. Ну-ка на кухоньку обратно. Не смотри на нее. Да и не смотрел, нас убили все равно. Попахивает враньем почему-то. Не смотри на нее. Нахер. Нахер просто. Кто шумит? Кто посмел? Да кто закрывает, сука, двери? Тихо, да почему так темно везде, господи? Господи, господи. Хватит щелкать, мразь. Я в туалет. Тут темно тоже, боже. Опа-на, какая-то спальня. Что написано? Я думаю, они хотят меня убить. Тихо. Здрасте. У тебя какие-то проблемы или что? А если мы отвернемся? Она двигается. Ах ты, сучье такое. Я понял смысл. То есть вот так? Где эта мразь? Кто? Тихо. Дайте света. Это свет? Не смейся. Руби. Где она? Ах ты, мразь такая, ты посмотри. Как там время? Сколько время? Ты смотри, реально паскуда двигается. Тихонечко. Давай не будем с тобой ругаться, ладно? Как ты, сука, быстро ходишь? Ну-ка стоять. А ну-ка слезь с дивана. Быстро. Она еще и бычит, ты посмотри. Ты здесь? А где она? Куда делась? Сквозь двери ходит, что ли? Да не может такого быть. Где-то дверь скрипит. Пара-па-па-пам. Неплохая кухонька. Побудем, пожалуй, здесь. Все-таки надпись врет. На нее нужно смотреть. И где она? Ты посмотри, какая мразь. Ну-ка, открой. Я не понял. Она с неба упала. Тихо. Опачки, дверь вот так раз. Какая мразь, ты посмотри. Хитрожопая.
Где там зад? Где пройти? Жопа не лезет. Жопа не лезет, блин. Где дверь? Гюр, читай, покажи личико. Где дверь? О, боже! Боже, 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 что же делать, а? Куда идти? Как спастись? Тихонечко. Тихонечко, не сердимся. А тут что? Тихо, тихо. Ух ты, мразь, руки свои убери, ты посмотри. Тихо. Боже, мы выжили. Фух, охереть. Какая ж сучка, ты посмотри. А ты еще кто? О, божечки, да сука. О, ты что, сука, ошалел, что ли, в край? Вот и познакомились, да, как говорится? Только нам не хватало клоуна. Божечки, это полная жопушка. Великолепная ночка с клоуном. Двигаться нельзя. Попытаемся, ладно? На кухоньку пойдем. Не двигаемся, тихо. Братка, сади по-братски. Испарился. Испарился. Не стой столбом. Опять ты врешь, доска. Ненавижу тебя. Здрасте. Я потом приду. Ладно. Больно хотелось. Еще эта мразь пришла. Ну что ты ревешь, дуреха? Нормально все. Подрастешь. Нормально девахой станешь. Наверное. Дрянь малолетняя. Исчезла. Спокойно, братка. Ху-ху-ху, не говори. Стесняш ты моя. Обратно пойдем. Где свет? Дайте света. Где проход? Врубай. Кто это? Где она? Ах ты, малолетняя дрянь. Я тебя вижу. Их уже двое, великолепно. Пошла вон отсюда. Пошла вон. Кыш. Ходим, двигаемся. Братка, я ничего не трогаю. У тебя работы мало или чё? Клонская рожа. Мы ничего не боимся. Это все. Тихо, тихо. Мы не боимся тебя. Мы не боимся, нет. Иди погуляй. Тихо, где эта шкура? Вот она. Подходи раз на раз, давай. Какого-то клоуна позвала на помощь. Жалкая трусиха. Ушла, молодец. Та мать, как громко! Чё за музыка? Шишка встала. Тихо, братка. Твоя колонка, прости. Иди отсюда. Говна кусок. Врубай, братка, помрём же. Опять там свет вырубили. Оп. И тут света нет. Вернуть свет. Долго там еще? Сколько еще бегать? Тихо, стоим. Как камень стоим. Трун-тун-тун. Гуляй, педрила. Тоже мне, ты посмотри. Где? Глазоньки спрятала. Какая умничка. А кто мою плазму уронил? Ты охерела, что ли? Ну ты прикинь, сломали такую плазму. Демоны. Спокойно. Я туда и не хотел идти. О, боже, мы выжили, мы выжили! Фух! Дальше будет только веселее, да? Наверное, все будет мило и дружелюбно, да? Здрасте. Я пойду. Везде темно, боже. Тихонечко. Пока живем. Боятся нечего. Ведь так? Почему никого нет? Чё там не очково прям? Ну-ка, открой. Стоим. Давай проваливай, ну. Откройте ванну. Кто зеркало разбил? Боже! А чё я переживаю? Это ж не мой дом, господи! Вот это я дурной. Какой-то шум как будто появился новый. Кто-то стукает, 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 стукает. Тук да тук. Тихо. Стоим. Иди гуляй, братка. Доставьте ванну, господи, в покое. Это что? А! Что за гном, господи? Что за карлик? Очень смешно, братка.
А ты не поддакивай там. Ладно, по новой. Не убегая от Честера, значит, нужно дёру давать. Как можно быстрее. Добрый вечер. Кто здесь? Честер? А, гном! Гном! Еще и клоун! О, господи, вы что, ребята, ошалели, что ли? И как я это сделаю? Двигаться нельзя, и нужно бежать одновременно, это как? Охеревшие твари. Ну, сучье, берегись у меня. Помогите! Господи, люди, откройте дверь. Тихо. Добрый вечер. Спокойно, братка. Я ж не двигался, ты гнида. Я даже руки от мышки клавиатуры убрал. Он мое дыхание почуял. Мразь такая. Какая ж пакость. Опа-на, никого. Опа-на, никого. Тихо. Тихо. Нет, 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 тут никого нет. Да ты прям здесь, нет. Закрой дверь. Матерь Божья. Помогло? Помогло. Господи. В шкафу ныкаться, что ли? А он там или нет? Падла, вырубил свет, ты посмотри. Тихо. Братка, у тебя зачетная задница. И личико тоже кавайное. О боже. Да оставьте дверь. Мне так очково. Да хватит. Где эта падла мелкая? Честер. Закрой. Закрой, закрой, закрой. Какая гадкая морда. Стоим. Ой, стоим. Честер, ты где? Братка? Да ставьте дверь. Где эта падла? Открой, 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 закрой, закрой, закрой. Какое место удачное нашел я? И опять свет погасил. Говна кусок. Извиняюсь, я вас дверью задел. Братка, иди гуляй. Не обижайся, ну ты понимаешь, ну... Опять? Ну прости, я понимаю, ты расстроен, но... Идёшь-ка ты нахер. Идеальные условия для ужастика. Открой, 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 открой. Обожаю, когда унитаз поблизости. Да оставьте ванную мою. Ладно, не мою. Ой, 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 закрывай. Гадкая морда. Никого. Стоим. Как гора. Цветная гора. С красным носом. Не обижайся. Честер, ты где? Причем он только здесь появляется, за коробкой. Ай, сука, появился. Господи, закрой. О боже. Спокойно, врубай. Стоим. Стоим, спокойно. Братан, мы не хотим войны. Хорошо, этой куклы нету хотя бы. Или она тоже придет? О, мы выжили, мы выжили! Боже, неужели? Фух. Чё такое? Где-то мелкий, чёрт! Насколько же гадкие куклы в этом доме? Боже! О, очередная великолепная ночь. Я уже обожаю эту игру. Она такая милая, и спокойная, и безмятежная. Красивые цветы. Громкий звон. Разве это не весело? Наверное, весело. Оставьте дверь мою. Ты где? Ах ты, малолетняя тварь. Я так и думал. Я был готов к этой встрече. У тебя голова болит? Выпивала, что ли? Нет, только не Честер. И опять Честер? Нахер? Почему так часто? Тихо, открой, открой, закрой нахер. Да уйди. Проклятый гном. Ненавижу. Что же делать, а? Где эта паскуда? Там темно, мать твою. Что ж ты, сука, делаешь, господи. Я думал, она ушла. Проститутка. Ладно, по новой. Да еще и клоун, нет. Нет. Тихо. Братка, давай не будем сердиться. Да еще эта мразь пришла. Где? Вот ты где. Пошла вон. Неприемный день. Я не понял.
У тебя проблемы или что? Как она дверь открыла? Пошла вон отсюда. Братка, да какого хера ты здесь? Нет? Господи, эта игра ненавидит меня. Спокойно, мы ребята отважные. Мы такого не боимся. И это весело. Ведь так? Музыку мне. Та-баря-баря-баря-баря-барям. Оставьте дверь, боже, оставьте мою дверь. Да почему темно уже? Тихо, малолетняя тварь. Где ты? Где ты? Ну ты хера в стене застряла. Дурная, что ли? Ну ты и поехавшая. Ну, тише. Тихо. Да блин, он что, сзади что ли? Да еще ты вылезла, да господи. На пару, да как? Двойной скример. Да у меня сердце выскочит. Зачем фонарик? Кого слепить? Ну как там темно, господи. Спокойненько стоим. Аккуратненько. Не двигаемся. Братка, не плачь. Я не боюсь тебя. Ты поняла? А вот Честера я побоюсь. Да куда идти, где выход? Да ты посмотри, она ходит за нами. Вы позволите, мадам? Тихо, она здесь, она здесь. Да света нет. Нет. Нет, мы стоим. Да уйди ты нахер отсюда. Чё у тебя такая морда грязная? Иди умойся хотя бы. Потаскуха, немытая. Чё делать, я в такой ситуации даже не знаю. Сейчас Честер появится и все. В шкаф лезь, что ли? Тихо, ну-ка осади. Я просто в шкаф лезу, да только не Честер. Нет, 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 нет. Как это сделать? Как? Мои ушки, как ватрушки. Ой, боже. Откуда ты здесь появилась, прямо у толкана? Вы позволите? Я аккуратненько, нежно. Тихо. Стоим, отдыхаем. Спокойно. Тихо, братка, ну иди гуляй куда-нибудь, прошу тебя, пес ты шелудивый. Да боже, свет, как темно. Стоим. Тихо-тихо-тихо, стоим, братка. Да как? Я случайно мышку дернул. От страха. Господи. И сам себя напугал. Это жесть какая-то. Нужно два сердца иметь. Ну-ка, не рыпайся. Кукольная полиция. Тихо стоим, отдыхаем. Никого не обижаем. Куда она делась? О, нас зовут. Как это мило. Тихо, оставьте дверь. Где? Где ты? О, господи, да где ты была? Тебя не было там нигде. Матерь Божья. По новой, Миша. У меня столько скримеров не было за всю мою жизнь. Ногами грязными на стол. Дрянь малолетняя я. Там и стой. Вот там и стой, ты поняла меня? Да боже, две двери сразу. Хорош. Откуда ты появилась, господи? Я не знаю, как это пережить. Я так плох в этой игре, господи. О боже, спокойно. Спокойно. Сейчас мы все решим. Куда же идти выживать? Господи, куда же деваться? Давайте к этой дуре полезем, что ли? Прямо сюда? Можно с тобой погулять там? Ой. Тихо. Боже, как все плохо. Я не знаю, что делать. Мне нехорошо. На троих, смотри-ка, накрыли стол. А нас не позвали. Тихо. Спокойненько, брат. Да-да-да. Правильно, вали. Может, бегать нельзя? Тихо. Да только не эта шалава малолетняя, нет. Ну куда ж теперь идти? В ванну, что ли? Там темно, боже, там еще и темно. Не плачь ты. Где она? Где она? Да откуда ты взялась? Ну мы так были близки. Ну-ка, Честер, в шкаф можно? Ну-ка, закрой шкаф, да закрой ты, сука, шкаф.
Да что за дерьмище? Почему шкаф не закрывался? Мы настолько жирные? Подлая жизнь жирного разносчика пиццы. Попытаемся опять здесь, наверное, выжить. Кто это? Откуда ты взялась? Девушка моей мечты. Поцелуй же меня. Какой-то у тебя рот немытый. Я передумал. А мы не двигаемся? Нет-нет. Не помешаю вам? Надеюсь, что нет. Да боже, откуда ты вылезла? Откуда? Боже мой. Сейчас больничка будем вызывать. Динь-динь-динь-динь. Откуда ты взялась так бесшумно, мразь? Как ты смеешь? Ну ладно, постоим. Дрянная девчонка. Пошла вон отсюда. Прошмандовка. Подземная. Мы должны выжить, мы должны. Пожалуйста. Ну-ка, не бычь. Там что-то внизу открылось? Что это было? Ой, господи, даже так мы не выжили. Да что за жопушка? Где она? Да вырубить это говно опять. Драный телевизор, ничего не слышно. Опа-на, пришла, ты посмотри. Какой-то проход внизу, там не было раньше его. Или был? Пропало, нет? Да боже, боже, ну как это пережить? Как? Добрая девочка, хорошая девочка, правда? Миленькая, чумазенькая. Никого и нигде. Та-ра-та-та-ра-та-та. Что за подвал? Мы туда не хотим. Мы хотим чуть-чуть пожить. Где? Вот как она прям в метре появилась? Что это такое? Госпожа, вы позволите, я пойду. Блин. Где она? Она прямо сзади нас появилась в метре. Мы шли сзади жопой к ней. Как это вообще? Как? Игра издевается просто уже в край. Ненавижу тебя. И твое роскошное детское тело. Правильно, уходи. Я напугал ее. Боже, как темно. Закрой. Я тебя посмеюсь, падла. Я тебя так посмеюсь. По коридору пойдем. Братку Честера найдем. Нет? Братка Честер, где ты? Я братку потерял. Не тебя, нет, не тебя. Ты не мой, братка. Вот так и бегаем по коридору. Как дебильные. Идеальная тактика. Где она? Стоим. Спокойно, братка. Пока это лучший забег. Мы должны выжить. Мы должны выжить. Опять ты где? Прямо сзади. Чёрт, задом иди. Бежим задом. Стоим. Идеально. Просто идеально. Спокойно. Спокойно. Ну же, время, пожалуйста, время. Честер. Дверь. Кукла там. Боже. Меняй. Есть. Живем. Ой, живем. Какая жопа, а? Она там или нет? Она там. Задний ход. Стоим. Дайте света. Глазоньки закрыла. Какая умница. Мы так близки, наверное. Пожалуйста, ну же. Умоляю. Исчезла. Туда идем. Спокойно. Боже, пожалуйста, ну же, время. Времечко родное, родимое. Умоляю. Пожалуйста. Я аж дрожу. Какой жуткий час. Почему так тихо? Стоим. Братка, постоим, подумаем, правда? Мы с тобой корефаны уже. Спокойно. Спокойно. Ну же, часики. Дзынь-дзынь, пожалуйста. Боже мой, нет. Задний ход. Открой. Идеально, стоим. Стоим. Стараемся успокоиться. Все нормально. Пока все работает. Пока все идеально. Честер, закрывай. Чекаем девоньку. Опять смена. Есть. Свет. Идеально. Мы просто боги этой игры уже. Открой. Она все еще там, ты посмотри. Какая проститутка. Да, боже, да.
Сколько времени это проходил, господи! Наконец! О, спасибо тебе, рандом! Ой. Я ныкаюсь, а ты ищешь в темноте. Она дышит где-то. А свет можно врубить обратно? О, божечки, да, господи! Я понял, не будем, боже. Боже, как я испугался. Мать твою! Ладно, без света. У нас фонарик есть. Хорошо. А фонарик можно вообще или нет? Слишком много вопросов. Давайте проверим. Малолетняя тварь. У меня аж сердце ёкнуло. Говорите, в темноте, да? Уважаемая, ты где? Дорогуша. Боже, как же темно, а? Давайте проверим подвальчик. Может, здесь? Тут довольно мило, нет? Время уходит. Где она может быть? Здесь? Нет. Боже мой, мы не найдем ее. Тут не выйти. Время. Рыщи. Соберись, тряпка. Боже, я хочу жить. Я не хочу подыхать. Где она может быть? На кухне или где? Небось, пиццу доедает нашу. Здесь? Никого нет нигде. Время. Или просто выжить нужно? Я думаю, что нет. Ой, я врубил свет случайно. Боже, прости. Че мы ждем? Никого нет. Что-то сердце стучит. Надо бежать. Нахер. Проститутка. Какая ж гадкая девка. Пытаемся найти места, где она ныкается. Ой. Вот она. Вот наша девонька, я понял. Мы ждем до конца таймера. И в конце, наверное, пугаем ее. Нужно время выждать? Или много-много раз ее поймать? Хороший вопросик. Хорошо, кукол нет. Проверяем. Сударыня. Пропала. Это одно из мест. Уголок запомнили. Где она? Не здесь. Внизу, что ли? Тихонько. Нихера не видно. Может, здесь? Где же ты? Подруженька моя. Где она может быть? Время. Это выход уже нет. Нет, тут никого нет. Время. И не тут. Ванна? Вот она. Спокойненько. Выжидаем время. Просто выжидаем. Мы сделаем это. А ну пошла. А напротив? Здесь? Никого, валим. На входе никого. Вот и ты, нашли мы тебя. Надо все эти места запомнить. Подождем. Пыть-пыть. А ну пошла. Чекаем это место, она опять здесь. Хорош, просто ждем. Вопрос сейчас только один. Мы время ждем какое-то? Или просто надо поймать ее кучу раз? Это главный вопрос. Мне так нравится твое дыхание. Оно такое спокойное. Такое великолепное. Такое приятное. Знатная картина. Столик на троих. Великолепная атмосфера. Я люблю этот домик. Обожаю. А ты молчаливая, да? Ну ладно. Я понимаю. Я не осуждаю тебя. Оно пошло прочь. Кухня. Никого нету, блин. Надо делать кругаля. Ля-ля-ля. Пойдем сюда. Есть кто? Никого. А здесь? Никого. Блин, у нас проблема. Где она может быть? В ванне, может, опять? Или здесь? Вот она прям стоит, боже. Охраняет телек. Спокойненько, стоим, выживаем. Все прекрасно. Пока все идеально. О боже, мы выжили! Великолепненько! Вы не подумайте, я не сомневался в наших силах, но... Финальная ночь. Давайте потестим хотя бы это. Реально куклы будут или нет? Ой. Без света еще и куклы реально будут? И двери закрываются. Вы пошутили, что ли? Это нереально. Здрасте. Как дела? Не задерживай нас. Вот она. Постоим, подождем. А если карлик придет? Тут даже дверей нету. Господи.
Ой, куколка, ты где? О боже, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Еще и мелкая падла бежит. А? Тихо, не кричи. Вашу ж мать, они теперь вчетвером. Видимо, это конец. Мы готовы. Ой-ой-ой, фонарик. Где наша подруга? Закрой. Боже, ты здесь! Какого хера? Интересно, можно дверь не закрывать? Надо проверить. Где кукла сразу? Где? О, ах ты мразь! Грязная девка! Не прощу тебя! Давайте поиграем все вместе и найдем меня. Боже мой, как эта кукла вымораживает. Смена комнаты? Помогло? Хорош! Вот это идея. Так, нахер иди отсюда, госпожа. А мы стоим. Вдвоем, смотри, мрази, вдвоем. Убери свою клешню. Госпожа, мало времени, вали отсюда. Опять? Где она? Бежим быстро ищем. Нет, братка, ты не в тему. Время, время, время! Уйди. И здесь ее нигде нету. Вниз. Мы всосали. Иди нахер, конская рожа. А чё ты, да мать твою? Что вы здесь делаете вдвоем? Мрази. Она здесь, нет? Сразу Честер? Какого хера? Что это было такое? Кукла, нет. Клоун, нет. Стоим. Иди нахер. Какого лешего? Мы же даже не двигались. Как она подошла? Проститутка мелкая. Никого, никого и нигде. И тут никого. Боже, как темно. Ты здесь? Кукла. Мразь. Ненавижу. А мы стоим. Ванна. И в ванне ее нету. Где она тогда? Вот она. Напугали. Хорош. Кукла внизу. Пошла вон отсюда, дрянь. Вот так ходим, жопой ходим. Она в подвале, да? Да я срал на тебя. Да сука! А ты не срал, я понял. Ну, понеслась моча. Кукла, нет. Только не эта мразь. И чё ты стоишь здесь, мычишь? Стоим, стоим, вообще стоим. Мы, сука, не успеем. Да смейся на здоровье. Да пошли все вон. Где эта дрянь? А, боже мой. Да пошла ты еще нахер. Иди гуляй. Прям тут встанем в углу. Она где-то здесь. Слышь, подруга. Я поражен, реально. А вон ты где, здорово. Сейчас я вам, суки, пощелкаю. Кукла! Честер, а вот она. Попали мы в жопу, да. Клоун, Эмили и Честер. Идти некуда, бежать некуда. Где-то снова куколка. Да откуда ты взялась? Грязная немытая морда. Мы тебя просто обойдем, ты не против? Удачи тебе, госпожа. Вот ты где. Где? Честер. Валим, 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 валим. Разворот. Руки свои убери, грязные. Там кукла. Честер, Честер, Честер. Добежим, нет, добежим. А, нет, ну боже. Игра издевается в край. Что за кругаля я рисую, господи. Да не шуми, братка, ты дорогу мне закрыл. Честер, хорошо припугнули. Дверка. Ушли, хорош. Четко, все красиво. Вот ты где, стоим. Пока самый нормальный забег. Не смейся, мразь. Ах ты, сучка. Ну давай постоим. Только не Честер, нет. Хорош. Это было божественно. Напугай быструю. И валим отсюда. Нахер пошла, поняла меня? Клоун, стоим. Стоим, стоим, стоим. Она прям здесь, за коробочкой. Ух ты. Бывает же такое везение. Честер, валим. Стоим. Какого хера лешего? Откуда взялась она опять?
Ну, мразь. Не прощу я тебя никогда. Молодец, пугай давай. Есть? Никого? Мразь пришла? Здесь? Нет? Здесь? Вот она, стоим, все. Ах ты, сука. Вот так, значит, да? Как она углы меняет, ты посмотри. Теперь я понял. Наконец-то, какая ты мразь. Давай, исчезай отсюда. Стоим. Пугаю. А вот и Честер. Валим. Это было красиво. Еще один. Валим. Вот ты где. Здравствуй, красавица. Ну дай пройти, жирная морда. Не пройти же. Вообще охерела в край. Здесь. Честер, в дверь. Хорош. Разворот. Стоим, смотрим. Надо в угол встать. Тогда, по идее, кукла не появится. В теории, конечно. Появилась? Интересно. Блин, стулья вообще не в тему, подожди. Надо ее пугать. Подожди. Пугай, валим. Дверка сзади, да? Исчезай. Она все там. Честер, выходим? Вот и все. Как все просто, оказывается. Просто убегаем. Блин, извиняйте. Проваливай, не порти все нам. Блин, ну ты что ты бычишь? Разворот. Ты здесь? Она здесь. Смотри, как хитро все сделано, а? Хитрая мразь. Чумазая скотина. Пока это самый идеальный забег. Исчезла. Где она? Сзади нету? Углы? Нет. Пугай, пора. Стоим. Стоим, стоим, стоим. Кукла? Где она? Вот ты где. Тормози. Где наша подруга? Она здесь, хорош. Стоим. И ты стой. Гадкая девка. Я вам покажу. Я тебя, сучку, умою. Честер, выходим. Четко. Просто четко. Пугаю. И валим. Она опять здесь. Хорош, видим. Здесь? Клоун. Стоим вот так. Стоим, стоим, стоим. Проваливай. Хорош. О боже, мы это сделали! Это великолепно, да! С 20-го, наверное, раза, но мы это сделали. Боже, как я счастлив. Выбирайся отсюда сейчас же. Базара нет. О, да. Местный доставщик пиццы утверждает, что на него напали куклы и девочка на его последней доставке. Место происшествия было связано с двумя другими смертями местных жителей. Полиция вновь осмотрела дом, но все выглядело так же, как и в прошлом месяце, когда были найдены два тела. Коробка с куклами, на которую указал доставщик, была изъята. Чтобы определить, как она связана с этими мистическими смертями, доставщик пиццы теперь под наблюдением психолога. Пока расследование продолжается, ожидайте новостей. Это было роскошно. А пока на этом все. Большое вам спасибо за просмотр и увидимся!